Вдохнуть новую жизнь в старое предприятие. В Чердаклинском районе завершается реконструкция одной из крупнейших региональных площадок по производству куриных яиц и мяса цыплят-бройлеров. Птицефабрику Ульяновскую осмотрел глава региона Алексей Русских. Еще недавно здесь царили пустота и тишина. Сегодня работа кипит. Новые перекрытия, ровные полы, смонтированы системы отопления, отремонтированы крыши. 18 корпусов уже полностью восстановлены. В некоторых зданиях установлены даже гнезда. Для прибытия квохчущих постояльцев готово практически все. Площадку накануне запуска предприятия осмотрел в Рио губернатора Алексей Русских. Масштабы будущего производства просто поражают. Здесь какой год по голове птиц? 32 тысячи. Единого. Конечно. Одна посадка 32 тысячи. Угу. Выход мяса минимум 50 тонн с одной посадки. 6 минимум посадок в год. Если быстро и активно все делать, то 7 посадок можно сделать. Угу. То есть каждый цех 350 тонн. 350 тонн. Сколько таких цехов есть? Здесь 18 вот сейчас монтируется, уже оборудование закуплено. Угу. И 30 цехов у нас на первой площадке. Вадим Мартынов с птицей давно на «ты». Еще в 2004-м он был одним из совладельцев Большеключищенской птицефабрики. Позже переключился на мясо. В хозяйстве у него сейчас более 20 тысяч свиней, 4 тысячи коров. В связи с низкой конкуренцией среди местных производителей мяса птиц, решил вновь взяться за это перспективное направление. Признается, с учетом серьезной поддержки со стороны руководства региона, трудностей на своем пути практически не видит. Перспективы уже на полную фабрику ставим. И холодильное оборудование. На там 7 камер единовременно могут хранить 600 тонн мяса. Инкубатор тоже оборудование закуплено. Единовременная закладка 450-500 тысяч яиц. Мы на сегодняшний день, во-первых, поддерживаем все, что касается материально-технической базы. Закупка оборудования, по ремонту мы компенсируем затраты. Плюс ко всему мы по птице сейчас понимаем, что это стратегически важное направление. Такая поддержка местных производителей не только поможет наполнить полки качественной продукцией, но и позволит регулировать ее цену. Запуск первой очереди инвестпроекта по плану намечен на осень этого года. Птицефабрика станет градообразующим предприятием для поселка Октябрьский. Здесь найдут работу более сотни местных жителей. Ну а для пернатых обитателей здесь создали практически идеальные условия, отметил глава региона. Профильному министерству он поручил проработать вопрос об устройстве нормальной дороги до фабрики. Ведь это важно и для логистики, и для будущего коллектива. Елена Тимонина, Вести Ульяновск, Чердаклинский район.